Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Хочу сегодня показать новинки комплекта с натуральными вставками. В самом начале видеообзора напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. Можете написать в WhatsApp, в Viber, в Telegram-канале. Ссылку на Telegram-канал я оставляю в закрепленном комментарии под каждым видеообзором. Начнем. Вот такой вот прекрасный комплект. Это натуральная бирюза. Такой современный стильный дизайн. Здесь ничего лишнего нет. Прекрасное занижение штифта. Очень много места для мочки. Комплекты не радированные, обычное серебро без покрытия. И вставки, конечно же, все натуральные. Данный комплект в 18 размере. Цена за комплект 8000 рублей. Точно такой же комплект у меня есть 17,5 размер. Я его сейчас тоже отдельно покажу, потому что бирюза немножечко отличается. Здесь больше таких вот вкраплений, чем в предыдущем. Предыдущий более такой голубой, вернее, без вкраплений. Здесь больше в этом комплекте. Синевые побольше. И та модель, и это прекрасная бирюза. Так, следующая модель тоже этот же дизайн. Здесь у нас коралл. Прекрасный, яркий коралл. Шикарный, стильный, лаконичный комплект. Ничего лишнего, и весь акцент именно на камень. 18 размер, цена за комплект 5000 рублей. Прекрасная модель. Следующий комплект, это у нас зеленая бирюза. Зеленая бирюза. Более такой ажурный комплект. Покрупнее. Но тоже очень эффектная бирюза. Такой восточный комплект, нежный очень. 18,5 размер, 8440 рублей. Штифт практически не занижен, но обратите внимание, здесь дугообразный штифт. За счет этого серьги вперед не провисают. Зеленая бирюза. Далее, следующий комплект, это танзанит. Танзанит натуральный, тоже очень красивые вставки, очень красивые танзаниты, прям такие без каких-либо сколов, прям хорошие вставки, очень хорошие. Здесь замочек идет полупетля, 5,2 грамма весят серьги, 18000 рублей. 18,5 размер колечка. Следующий комплект, это у нас родонит. Родонит тоже красивый, подобран такой прям цвет. Хороший цвет. 6,4 грамма весят серьги. Комплект в 18 размере, 6200 рублей. Очень хорошее занижение штифта. Такой современный стильный дизайн. Кольцо такое интересное. Такой же комплект с лазуритом. Лазуритом.
На камеру не передают, но такой насыщенный хороший цвет лазурита с такими блестящими прожилками. Хороший цвет. 18,5 размер. Цена за комплект 5200 рублей. 6,4 грамма весят серьги. У всех комплектов при желании можно увеличить либо уменьшить размер колечка. Следующий комплект — это опал. Опал, конечно, бесподобный. Просто шикарнейший опал. Прекрасная иризация. Такой эффектный комплект. 5,08 грамм весят серьги. Цена за комплект 14400 рублей. 17,5 размер. Здесь очень хорошее занижение шцифта. Прекрасно сядут на мочку. Иризация, конечно, бесподобная. Следующий комплект — это цитрин. Такой же комплект, как предыдущий дизайн. Вставка цитрин. Очень аккуратный, но в то же время эффектный комплект. И он выполнен очень интересно. Такое прям фактурное серебро получается. Вокруг цитрина нет никаких вставок, но вот оно оформлено так, как издалека кажется, что какие-то дополнительные вставки есть. Также хорошее занижение шцифта. 5,3 грамма весят серьги. Цена за комплект 6500 рублей. Размеры есть 17,5 и 18,5. Следующий комплект — это у нас Ларимар. Повторюсь, камни прекрасные, очень хорошие камни пришли в эту посылочку. Качество прекраснейшее. Ларимары крупные, 18 размер кольцо, 12000 рублей цена за комплект. Очень хорошее занижение шцифта. 18 размер. Очень красивый ларимар. Яркий, такой эффектный. Следующий комплект — это у нас лабрадор. Лабрадор такой же, как с опалами и с цитрином. Очень аккуратный комплект. На каждый день такой прекрасный вариант, поэтому я взяла именно в нескольких вставках. Такое прям разнообразие одного дизайна. Очень хорошее занижение шцифта. 18 размер комплект. Так, серьги весят 5,4 грамма вес. Иризация очень яркая, красивая синяя иризация у лабрадора. 5000 рублей цена за комплект. 18 размер. Следующий комплект — тоже лабрадор и тоже с прекраснейшей иризацией. Шикарнейшие модели, шикарнейшие вставки. 18 размер кольцо, 5200 рублей цена за комплект. Хорошее занижение шцифта. Много места для мочки. Следующий комплект — 18,5 размер, тоже лабрадор. И тоже очень такая яркая, красивая иризация. Восемнадцать с половиной размер комплект. Серьги весят 5,9 грамм, 5200 рублей. Также прекраснейшее занижение шцифта. Очень красивая иризация, такая прям яркая-яркая синева. Такой же комплект с гранатом. Такой интересный комплект.
подойдет на любой возраст, ничего здесь лишнего нет, весь акцент на сам камень, но в то же время интересный такой дизайн, да, современный. Шинка двойная и вот это вот оформление именно такого фактурного серебра, как перлинка сделана, создает такой дополнительный эффект у комплекта. 6,2 грамма весят серьги. Цена за комплект 6600 рублей. Очень хорошее занижение штифта. 18,5 размер. Цена за комплект. Яркий, эффектный коралл. Ой, простите, гранат. Красота. Так, следующий комплект. Лабрадор. Одна из моих любимых моделей. Смотрится, конечно, очень эффектно, очень нежно, но в то же время и объемно. Красивый комплект, такой прям под старину, шикарно. Ризация шикарнейшая у лабрадора. Замочек здесь идет полупетля на любую мочку уха. Цена за комплект 7200 рублей. Серьги весят 9,2 грамма. Этот комплект есть в 18 размере и в 19 размере. Прекрасная модель. Тоже при желании можно увеличить размер колечка, либо уменьшить. Такой же комплект здесь у нас адуляр. И также прекраснейшая реализация. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивый адуляр. Яркий, эффектный. 18,5 размер в данном случае комплект. 9,4 грамма весят серьги. Цена 7200 рублей. Шикарно. Так, следующий комплект тоже адуляр. Аккуратненький дулярчик. 18,5 размер колечко, 5,4 грамма весят серьги. 5800 рублей цена за комплект. Тоже хорошее занижение штифта, много места для мочки. Прекрасный комплект. Следующий комплект – это у нас топаз. Топаз. Повторяющаяся наша модель. Красивый комплект. Этот комплект, он смотрится очень выигрышно в любом исполнении, с любыми вставками. На каждый день такой прекрасный вариант. 18,5 размер, 5800 рублей. Очень хорошее занижение штифта. Серьги здесь весят 5,4 грамма. Шикарно. Следующий комплект. Здесь у нас адуляр, но комплект в родированном серебре. Это родированное серебро у нас идет уже. Тоже с прекраснейшей реализацией. Шикарнейшая модель. Серьги здесь весят 4,5 грамма серьги весят. Комплект в 18 размере. Цена 7600 рублей. Очень хорошее занижение штифта. Довольно-таки много места для мочки. Такой нежный-нежный комплект. И шикарный адуляр. Ризация, конечно, очень красивая. Следующий комплект. Тоже адуляр. Здесь у нас серьги идут с подвесной частью. Люблю эту модель.
такая стильная, яркая. И посмотрите, какие адуляры. Они не просто какая-то иризация, тут прям радужная иризация. Настолько шикарные, красивые адуляры, подобранные в серьгах и в кольце. 5 грамм весят серьги, цена за комплект 9200 рублей, 18 размер. Штифт занижен. Эффектный такой современный стильный дизайн. Так, следующий комплект. Здесь у нас перламутр и опал. Перламутр и опал. Посмотрите, какая иризация у опала. Шикарнейший комплект. Здесь штифт занижен. Серьги весят 3,5 грамма, 11 тысяч рублей цена за комплект. А комплект родированный, кольцо здесь разъемное, идет на 17,5 размер, но при желании можно чуть-чуть поджать, либо разжать. То есть 17, 17,5, 18 спокойно подойдет данный комплектик. Следующая модель — это цитрин. Вот такая вот модель с цитринами серьги. Штифт занижен буквально 2-3 миллиметра. 9,2 грамма весят серьги. Цена сережечек 2550 рублей. Это цитрин. Так. У меня пришло вот такое вот колье. Это у меня жемчуг. Жемчуг и шарики, маленькие серебряные шарики. Жемчуг с серебряной цепочкой. Длина данного колье 90 сантиметров. У него есть замочек, если нужно. То есть это колье можно спокойно носить в несколько оборотов. 5900 рублей цена данного колье. Шикарный жемчуг. Жемчуг культивированный. Далее колье с рубином. Колье-галстук. Такое вот колье. Так. Это что такое? Вот такой вот галстучек здесь с серебряной вставочкой. Ромбиком серебряным. И здесь рубин с фианитами. Длина данного колье 50 сантиметров. Здесь еще дополнительная цепь есть. 50 сантиметров плюс 5. Цена 3800 рублей данного колье. Еще есть вот такое вот колье. Тоже цепочка. Якорная цепь с кулоном. Здесь сапфирчик. И причем кулон съемный, можно отдельно носить эту цепочку. Она есть 40 и 45 сантиметров. Это колье. Цена 2500 рублей. Весит 2,5 грамма. Так, далее серьги. Отдельно сережечки с изумрудами. Посмотрите, какие стильные серьги. Очень люблю эту модель. И обратите внимание, какие шикарные здесь вставлены изумруды. Прозрачные, красивущие. Просто прекрасная модель. Хорошее здесь и занижение штифта. Такой стильный дизайн. Фактурное серебро. Обалденная, конечно, модель. 6000 рублей серьги. 6,2 грамма весят. Это модель сережечек. Далее серьги подвесные с изумрудами. Серьги подвесные. Изумруды и вот здесь вот фианитик. Очень хорошее здесь занижение штифта. 2,5 грамма весят серьги. 3200 рублей. Так. Рубины.
шикарный цвет у рубинов, такой малиновый. Огранка, прекрасная огранка. 2,9 грамм весят серьги, цена 3000 рублей. Здесь нет занижения штифта. Но в любом случае, если переживаете, что серьги будут провисать вперед, их спокойно можно носить силиконовой заглушкой. Следующая модель тоже рубины. Посмотрите, какие они крупные, красивые. Тоже прекраснейшая огранка. 3,06 грамм весят серьги, 3000 рублей. Замочек идет полупетлей. Так, следующая модель тоже с рубинами. Рубины и фианиты. Очень такая интересная модель. 3,9 грамм весят серьги, 3500 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта и идет усиленный замочек. Так, следующая модель тоже рубины и фианиты. Здесь довольно-таки крупный рубин, такие крупные серьги и фианитовая россыпь. Но замочек идет на тонкую и среднюю мочку. На тонкую и среднюю мочку серьги, вернее замочек, 6500 рублей, серьги весят 7,08 грамма. Ну, эффектные сережечки. Следующая модель серьги с рубинами и фианитами. Дорожечка такая. Тоже очень аккуратная модель, яркая, эффектная. Здесь очень хорошее занижение штифта, много места для мочки. На любую мочку уха подойдут эти сережечки. 3600 рублей. Весят они 3,9 грамм. Так, следующая модель. Здесь очень интересное фактурное серебро комбинированное. Вставка корунд рубина. Покрытие здесь идет пассивирование и золочение. Серьги 5600 рублей. Штифт практически не занижен, буквально 1-2 миллиметра. Кольцо 4500 рублей, 19 размер. Очень необычно, ярко, эффектно. Интересный комплект. Так, с комплектами, с сережечками закончили. Сейчас покажу колье. Колье со шпинелью. Так, сейчас я его застегну. Получается. Вот такое вот двойное колье. Колье-галстук. И внизу вот так вот, такой вот хвостик получается. Оно идет двойное. Это граненная шпинель. Так, сейчас я на бюстике вам покажу. Вот оно вот так вот будет выглядеть. Более наглядно, да, на бюстике. Двойное колье. Красиво смотрится, конечно, очень ярко, очень эффектно. Цена 4900 рублей за колье. И к этому колье у меня пришли сережечки. Сейчас покажу. Так, вот они. Они у нас уже были, периодически повторяем. Тоже на цепочке. Граненые вот такие вот шарики. Штифт занижен.
очень ярко, эффектно. Ну и не обязательно сюда к этому колье эти серьги. У нас есть со шпинелью любые другие серьги, они тоже идеально подойдут. Есть, по-моему, даже на петле у нас серьги со шпинелью, то есть на мучку спокойно можно подобрать серьги без проблем. Данная модель сережечек 2600 рублей. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши модели. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!